Привет, ребятки! Сегодня мы будем с вами примерять две курточки, которые я заказала на секонд-хенде. Магазин называется Селфи. Прошу прощения. Ребят, что так громко, но я просто очень не хочу делать это без вас, потому что вы потом скажете, вот она примерочка-то, а где же примерочка настоящая? Итак, ребят, я заказывала две кожаные куртки. Не считаю, что кожаные куртки нужно покупать обязательно только с магазина. Я вообще, живя тут в Германии, стал задумываться реально о том, как, собственно, загрязняется наша планета. Вот такая, ребят, курточка. Очень тоненькая. В общем, посмотрим. Посмотрим, что за клевая курточка. Так, у нее вязаные рукавчики. Очень, кстати, клевые рукавчики вязаные, да? А сама она вот такая. То есть получается, чтобы ее надеть, она больше такая на сухую погоду. Потому что, ну, в дождь я такую точно не одену. Ну что, ребят, как вам? Как вам первый лот? Такая вот получается прикольная курточка с кармашечками. Кстати, кармашечки, ага, вот такие, вот такие. Ребят, что это? Что это такое? Я нашла $1. Вот это да. Вот это счастье. Спасибо, Вселенная. Вот такая, ребята, в общем, куртец. Конечно, да. Я понимаю, что в ней какая-то женщина уже однажды ходила. Ну, ничего страшного. Похожу теперь я. Итак, подумаем насчет этой курточки. Потому что, если что, любую вещь можно вернуть. Так, и у нас, ребят, вторая курточка. Так, ребят, вот такая вторая курточка. Марка называется Frankie Nation. Британская марка. Натуральный замша. Я все брала в размере M, потому что я поддевать люблю теплые свитерочки. Блин, ребят, вы знаете, такое ощущение прикольное. Сейчас посмотрим. Что-то я пока не соображу, как... А, вот, все, я поняла. На бочок. Блин. В общем, у меня теперь две клевых куртки, и я даже не знаю, какую выбрать. Хоть прям все две бери. Все, только подарочек, знаете, ребят, на день рождения. Вот как-то вот всегда мечтала иметь вот такой вот... Она вроде кожа, но она такая мягенькая. И цвет такой пыльной розы, если вы заметили. Мне кажется, тоже очень клевый образ. Тоже с карманчиками, все. Единственное... А, да, кстати, даже наверх можно. Да, наверное, на свитер вот конкретно вот эту курточку я не одену. Но с другой стороны, ребят, она очень клевая. В общем, подумаем насчет курточек. Я вам просто показала, чтобы вы знали, что живя в Германии, можно покупать одежду также в секонд-хенде. И, в принципе, это можно делать, живя в любой стране. Я думаю, что сейчас во всем мире. А вот эта курточка была фирмы... Фу... Эксклюзивы... Импорт. В общем, ребят, там было написано, что она корейская.
Ну все, ребят, на этой примерчике будем с вами прощаться. Старайтесь, да, не превращаться в сильного потребителя. И будьте здоровы. Всех благ. Увидимся. Пока. Они мне даже положили, чтобы я протестировала вот такой порошок. Молодцы, буду тестировать.